Оставили за собой 11 команд и вернулись с победой. В Ульяновске завершился предварительный этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетеный мяч». Среди команд 2011-2012 года рождения первое место занял «Строитель» 2011. Накануне победителей встречали родители. К слову, лучшим нападающим турнира признан сыктывкарец Арсений Новокшенов. Эмоции очень крутые. Мы заняли первое место, обыграли Нижний Новгород, сыграли в ничью с Волгой и с Маяком. Готовы сражаться дальше? Да. Впереди у ребят полуфинал. Финал состоится в марте. А вот в каком городе определит жеребьевка, сыктывкар в ней тоже участвует.